Ассоциация волонтерских центров выбрала самые успешные добровольческие организации России в 2018 году. Четыре из Самарской области вошли в топ лучших. Это инклюзивный клуб добровольцев, Самарский дом молодежи, Центр социальных проектов и Центр развития добровольчества. Оценивали их по четырем критериям: медиа-активность, вклад в развитие АВЦ, а еще волонтерского движения и в целом региона. В мониторинге принимали участие только члены ассоциации. Всего в ее состав входит 142 организации из 60 субъектов страны.